Продолжаем наш выпуск. Лекарственное обеспечение, направление на лечение за пределы республики, установление инвалидности. Все эти обращения простых горожан выслушал накануне депутат Народного собрания Магомед Сулейманов. Так сын Салимат Джанакаевой перенес ряд сложных операций. Женщина попросила установить ему вторую группу вместо третьей, уже имеющейся. По данному вопросу, пообещал депутат, будет направлен запрос в соответствующее ведомство. Следующая заявительница Умарова Загра приехала из Кизилюрта. Ее сестре необходимо бесплатное лечение в одной из частных клиник. Сулейманов заверил, что вопрос будет в ближайшее время решен положительно. Жительница столицы Ирина Константинова была прооперирована неудачно. Женщина попросила направить ее за пределы республики для повторной операции. После предоставления ею всех необходимых документов будет направлен запрос для получения квоты в Минздраве. В ходе приема по всем рассмотренным вопросам были приняты решения и даны ответы заявителям.